Добрый вечер. Я рада приветствовать всех в этом зале на заключительном концерте третьего по счету фестиваля классической музыки памяти талантливой пианистки и замечательного человека Алены Цигалко. Очень большую благодарность выражаю каждому из вас, кто пришел сегодня в этот зал, и каждому из музыкантов, кто принял участие в сегодняшнем концерте. Очень радостно отметить тот факт, что фестиваль уже занял, можно так сказать, свою нишу в музыкальном пространстве города. И люди интересуются им и каждый раз спрашивают, когда же уже состоится следующий. Это не может не радовать. И очень важно отметить, что эти вечера, которые проходят уже, это сегодня третий, заключительный, они не просто вечера памяти, они трансформировались уже, скажем, масштабировались и выросли до такого масштаба, как фестиваль. И как бы Алена, она стала символом музыки, символом профессионализма, символом творчества. И сегодня мы подготовили для вас очень интересную программу. Надеюсь, она оставит отклики в ваших душах и сердцах. И открывает наш сегодняшний вечер произведение чешского композитора Бедржиха Сметаны. Его по праву можно назвать внегласным гимном, национальным чешским гимном. Это симфоническая поэма «Волтава» из цикла «Моя Родина». Исполняет симфонический оркестр фестиваля, уникального коллектива, который был создан специально к сегодняшнему концерту, дирижер Юрий Караваев.